Приветствую, дорогие зрители, с вами Дилерон Мини-Коша. Скажи привет. Приветик, мяу. Продолжаем наши опасные битвы в Майнкрафте. Сегодня мы будем ломать лаки-блоки, сражаться с боссами. Это будет очень непросто, потому что сегодня в нашей серии появятся очень опасные боссы. Это какой-то здоровенный крокодзилла, маленькая Твинки Спаркл из My Little Pony, две штуки. И непонятные сомбры, я не знаю, это какие-то роботы. Я, наверное, всех их засуну куда-нибудь в рюкзачок, чтобы они меня пока не мешали, не трогали меня. Все, я их всех запаковал. Если что, они у меня будут лежать в этом рюкзаке, надо не забыть. И также у нас есть какие-то разные вкусняшки. Я думаю, поделить это поровну. Половинку вот этого, половинку вот этого, половинку вот этого. Половинку Пандора боксов забираю. Вот это, вот это. Все, остальное, все, что осталось в этом вот чемодане, все принадлежит тебе. Так что забирай, ни в чем о, себе ничего не отказывай. Себе круто вообще. Это я тоже себе оставляю, посмотрим. Вау. Я не знаю, что это за вкусняшки. Есть какие-то маффины, есть какая-то вау. Радуга. Я не знаю, съедобная ли она. Есть еще капкейк и какое-то непонятное яблочко. Снежка. По идее, все очень вкусное, очень полезное. Еще у нас есть летающий банан. Я не знаю, откуда он там взялся. Вау. Возможно, он летел к нам в гости. Нам, по идее, с тобой нужно куда-то идти на вот эту полянку, и на ней мы будем ломать что-нибудь. Только кошка очень осторожна. С этой модификацией в мире могут появиться опаснейшие боссы. Прям вот так вот взять и кинуться на нас. Но надеюсь, что нам повезет. Там кто-то бегает? Нет, это вроде тени. Ну давай, в общем, ломай первый лаки-блок. Вот этот? Да, давай. Мне страшно, но я думаю, что... Какая-то свинушка. Зеленая, мистер свинушка. Давай его заборим. Может, с него что-то выпадет вообще? Давай. Ну, запарывай его. Так, ну, ты можешь свинина. Превратиться в свининку сама. Да. Так, а ну-ка попробуй. Через квадратную скобочку сможешь или не сможешь? Да, смогу. Давай. А ну-ка превратись в свинушку. Блин, штырит как. Кошка, я свинушка. Да, тебя тоже зовут так же. Да, так неинтересно. Ладно, верни мне кошку. Так, сейчас верну. Плохая свинушка. Все, я убежал от тебя. Нифига себе, взяла, превратилась. Так, а что у нас здесь было? Не, с неба взял и упал кусок мицелия. Вообще неинтересно. Так, идем за мной. Там кто-то летает вроде бы. Там какая-то пони летает. Посмотри, там пони летает. Я вижу, вижу, вижу. Вау, какая красивая. Что это за наркомания? Ребята, к нам в серию прилетела маленькая пони. Это Rainbow Dash. Это вроде бы Rainbow Dash. Это реально, это Rainbow Dash вот летает. Вот как у меня, вот сейчас ее покажу. Офигеть. Я просто в шоке. Так, пока кошка отвлеклась, ломаем лаки-блок. Эй! С него выпадает целая куча непонятных вещей. Так, это тебе, вот это тебе. Да, весь у меня для тебя спасибо. Кое-что есть. Кошка, кошка, на, это тебе. Цветок счастья. Нет, это просто цветок. Можешь воткнуть его в землю. Я так и сделала. Все, он будет здесь расти. У меня для тебя еще есть немножко непонятных таких вот вещей. Это свининское мясо и какие-то глазищи. Будешь ломать лаки-блок? Да, конечно. Да. Не, ну вдруг ты не хочешь, вдруг ты боишься. О, вилладжер. Веселый торговец. Ну хорошо. Просто обычно в таких местах начинается какая-то дичь. Что-то вылезает, и оно начинает делать страшные вещи. О, еще один лаки-блок. Так, я поломаю. Что у нас? Опять? Так, я думал, что это цель, это какой-то розовый кусок шерсти. Да. Так, а ну ломай ты. Я пока постараюсь сжать радугу. Так, жру радугу. Да! Ой-ой-ой, кошка, мне радуга подожгла. Радуга меня подожгла. Нифига себе. Я съел себе. Радугу. А давай я попробую съесть. Она наложила на меня силу, но в то же время, не жри ее. Ну, это ладно. Нужно будет перед сражением с боссом. Она наложила на меня силу, но подожгла. Это получается, если я найду что-то, что будет мне давать антипригарность моей жопке, тогда ну, можно будет это все жрать. Это вообще жесть. Какие-то были здесь яички яйца. Еще. Яички. Да, могла бы их использовать. Блин, сколько ж я гореть-то буду? Кошка, я пошел в воду. Блин, я сейчас сдохну так. Да все, 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 ты уже не сдыхаешь. Отлично. Вот это жесть. Так, а ну-ка, съем маффин. Давай, ломай. Так, а ну-ка, маффин что? Маффин. Ничего, наверное. Он был невкусный, испорченный. Я съел маффин, у меня все, у меня... Так, быстрее сломать лаки-блок. Так, что мне дали? Ничего. Это колодец желания, которого не завезли. Так, ясно, понятно. Опять нас развели. Вечно нас обманывают с этими колодцами желания, они не появляются просто. Так, чур я. Ну давай, ломать раз здесь. О-о-о! Алмаз, что ли? 15 штук! И эмеральдовые блоки. Нифига себе. Так, я второй раз сажал, и, блин, опять отравился. На, держи. Я думал, у меня только один плохой был. Так, а ну-ка, покажи, что там у тебя есть. Смотри. Ой, опять тошнит. Я тошнит. Все тебе отдала. Да что ж так много-то? Да вообще, это жесть. Ты серьезно? Так да. много? Да, и еще эмеральды вот сейчас сделаю. Офигеть. Или у нас так, это не стоит. По поводу капкейк схем. Вот, нет, смотри. У нас, по-моему, этого всего нет. Капкейк мне дает регенерацию третьего уровня на так долго.
Так, я предлагаю тебе, если что, сжать маффины. Так, а ну дай, подожди, алмазы отдай. Не, никаких, не. Ладно, вон, хорошо. А вот еще смотри, лаки-блок. Иди ломай себе лаки-блок, я пока дерево себе нарублю, сделаю что-то полезное. Арбуз! У кошки уже арбуз есть. Арбуз есть! Каждый получил то, о чем он мечтал. Три арбузика, да. Я мечтал нарубить дерево, получил очень много дерева. Дровосек. Так, что мне из этого не нужно? Алмазики пока в сторону. Я сейчас переработаю, сделаю. Ты мне мусор кого-то накидал, да? Арбузик. Я понял, спасибо. Блинчики, палочки не сделал. Надо сразу палочку сделать. Знаешь, о чем я мечтаю? О кирке. О кирке? Офигенно. Я могу тебе сделать кирку. В принципе, у нас очень много всего есть. А нафига я делал верстак? Кто мне скажет вообще? Ну, чтобы сделать кирку. Да, так у нас же на базе верстак был. Да, это далеко идти. Ну да. Так далеко просто, вообще так далеко. Просто безумно далеко. Так, сам штанцы... делаешь или мне сделать? А, да, я сейчас тебе сделаю. Так, ну, штанцы и крутяк, шапочка. Так, а ну-ка, тун-тун-тун. Что, две пары штанов сделал, дальше ничего не получилось. Ладно, короче, вот тебе штаны. Я вроде бы делал все по уму. Так, а ну-ка, еще одна шапка. Не, ну это круто. То нам везет, то нам не везет. Так, ну, вот сюда. И тын-тын. Все, отлично сделал. Так, вот что тебе еще нужно. Вот еще вот это тебе нужно. Это нужно мне. Так, штанцы вроде бы тебе пытался отдать. Ты мне еще алмазов дала. Ты так, их смотрим. Выкинул. Мне еще нужно сделать себе нагрудник. А могу ли я сделать его из изумруда? Вдруг можно? Нет, к сожалению, из изумрудов сделать его нельзя. У Распаван мод у нас не стоит. Может, у нас когда-то он будет стоять. Ну, я потом, когда будем забарывать кого-то из Распаван мода, может быть, поставлю. Так вот тебе нагрудник. Но мы оделись прям очень быстро. Ну, конечно. В этот раз лаки-блоки к нам невероятно благосклонные. Взяли нам, сделали такой погон еще просто царский. Я считаю, что реально это царский подгон. Так, я сделал два меча, вот тебе меч, там еще палки тебе остались. Ого. И отдай мне мои палки. Но... Отдай мне мои палки, я хотел себе сделать что-то полезное. Две штуки остались. Я себе хотел сделать кирку на всякий пожарный. Ой, что происходит? Смотри, кто это такой розовый? Я его не звал. Ты что-то сделал? Я его не звал, я у тебя палки попросил. Кристально-розовый дракон. Я делаю кирку, и может Слушай, быть, это все снится. Палки виноваты. Может быть, это просто сон, я не Офигеть. Хочу даже рассмотреть. Какое так, кошка, чудовище. На тебе вот это. Так, не подходи к нему. Боже я не думаю, мой. Что мы готовы с ним сражаться. Для сражения с ним нам нужно безумно много всего. Так, мы капкейк так. можем съесть. И... Я не думаю, я не хочу с ним сражаться. Вон. Ребята, когда-нибудь мы с ним сразимся, но ты глянь на его размер, у него там здоровье миллиард. Для его сражения нам понадобится гораздо больше, чем обычная алмазная броня. Ну жесть. Да. В общем, наберем много лосей, ребят, и я обещаю, что мы с ним сразимся. Не сегодня. Красивый. Так, вот туда плывем, да, вот пошли. Туда. Я с собой вот это вот заберу, вот это вот, оно нам пригодится. Пока, парень. Пока, мы с тобой сразимся, когда будет много лайков. Да. Плывем отсюда, просто делаем вид, что мы не с ним. Он просто, он хочет банан. Смотри, он, видишь, он ест банан. Обалдеть. Вот посмотри, вот именно в этом Точно, ракурсе. Да. Он просто хочет поесть банан. Ой, но мне выкинуло. Понимает. Да, аж поломал на Майнкрафт. Пришлось этого парнишку нечестным путем выпилить, потому что он вообще жесткий. Чувствую, когда мы будем с ним сражаться, мы так намучаемся. Да. Он просто вообще не любит никого щадить. Он просто раз-раз и убивает. Так, я вижу какую-то полянку. Вон там вот, куда я плыву. Где-то там вдали можно будет взять и что-нибудь найти. Я надеюсь, что на нас по дороге никакой босс не кинется. Потому что эти ребята вообще шутить не любят. Так, что мне дали? Мне опять дали какую-то непонятную фигню. Так, а ну-ка, ломани ты. Может, какие-то золотые яблоки. Ты посмотри! Открой сундук! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ты представляешь? Все, дилерон счастлив. Дилерон я счастлив. Вообще это в шоке. Я оставлю. Слушайте, так, это супер золотые яблоки. Но не то, чтобы у нас есть шансы завалить этого парня, но я даже не знаю. По крайней мере, супер золотые яблоки нам дадут возможность использовать радугу. То есть радуга же поджигает, а супер золотые яблоки не дают возможность нам гореть. Вообще так, я круто. Обычное сожру. Слушай, как-то стемнело. Я, смотрю, я там лаки-блоки расставила. Палено. Я, наверное, сделаю, чтобы было светло. Твои лаки-блоки, думаю, что нам не нужны. Они только нам беды какой-то могут наделать. Так, у меня что-то аж пока все так подглюкивает. Воу-воу-воу-воу. Аномальная зона. Давай куда-то вон туда вот улетим. У меня есть эндерперлы. Предлагаю при помощи эндерперлов туда отправиться. Нету. На тебе эндерперлы. Это будет гораздо быстрее, чем просто бежать. Потому что нам нужно куда-то вон туда вот. Видишь, куда кинул? Вон туда. Типа так, мой долетел. Я кидаю еще один, чтобы не плыть. И по идее мы сейчас будем с тобой на какой-то равнинке. Так как там мы еще не долетели. Так, а ну-ка дальше лети. Давай. Так, я в принципе уже где-то на нужном месте. Ты на верхушке? Я могу сделать спаунпоинт, а ты ко мне можешь телепортироваться. Так, а ну-ка спаунпоинт для всех. Ты уже возле меня? Дилерон, я где-то близко.
Давай. Вот я, посмотри, на верхушке. Так, короче, я сделал спанпоинт, значит, будешь появляться на верхушке. Так, это мне все не нужно. Да, я туда лезу в свой рюкзачок. Так, что мне еще не нужно? Мне еще вот это вот не нужно. Я еще даже не знаю, что такое хардвитовое яблоко. Ты что, дикая, что ли? Ты перла мне в голову кинулась. Так, я забираю вот это, вот это, вот это, вот это. Все это забрал. По идее, рюкзак мне не нужен. На тебе, забирай рюкзак. Можешь в него сложить что-нибудь ненужное для тебя. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Вот с этим мы сразимся, вот с этим мы сразимся. А крокодила, она, чувствую, нам таких вот наваляет вообще чудес. Да, да, мне так тоже кажется. Я думаю, что вот этих вот ребяток мы сейчас с тобой в легкую ушатаем. Где-нибудь вот здесь я призову, чтобы это было не сильно страшно. Так, а ну-ка, вот такие вот. О, куда тебя телепортануло? Я что-то призвал, а меня что-то откинуло так по-жесткому. Ой, он меня откидывает! Оно невидимое, что ли? Я умерла! Это животное какое-то невидимое. Это что-то ходит, и оно невидимое. Блин, что на какого-то козла похоже. Да, вот он, я его уже вижу. Он умеет становиться невидимым? Блин, смотри, ну... он кошку усандаливает. Ты кто такой? Я еще живая. Какой-то непонятный жуткий тип. Слушай, с ним надо бороться с помощью лука только. Ну да, только луков у нас с тобой нет, кошка. У нас с тобой нет. Да, что ты, так, лука пошел. У него здоровье всего лишь 50. Это какой-то роботизированный кусен. Надо его втащить. Так, он пошел отсюда. Какой-то пошел отсюда. Перец красный. Слушай, у него хп-ха не отнимается вообще. Ты прикинь? Да, блин, я вообще в шоке. Блин, 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 блин. Так, ладно, жрем вот это. Я туда жру. Ничего пока не жру. Я могу, в принципе, позвать... маленькую пони, может, она поможет. Блин, как он жестко нас спасите. Раскидывает. Так, я зову пони. Я думаю, что пони нам помогут. Что произошло? Кажется, пони очень помогли. Слышь, какие пони взяли и втащили их просто. Вау. Кажется, пони сломали Майнкрафт. Подожди, нет, пони что происходит? Розовое что-то наверху. Это пони просто все покрошило. Нифига все себе! Вообще. Да. Еще какая-то. Ой, тут босяра какой-то появился. Голубой какой-то. Там кто-то сражается, какой-то скорпион сражается с каким-то боссом. Прозрачный. Че творится? Крутяк вообще. Пони вызвали какую-то, не знаю, страшную дичь. Че происходит? Эти пони что-то подлагивает. Делают? Вообще по-жуткому. Пони, вы что творите? Посмотри, они там летают, они и делают что-то страшное. Они весь мир превратили в какой-то ледяной биом. Офигечки, это жути какая-то. Этот здоровенный фиолетовый жук хочет нашей смерти. Не, парень, ты какой-то странный. И лети домой. Я знаю, как его победить. Есть один офигенный способ. Какой? Вот так вот. Видел? Все, победил. Вау, круто, боже, магия. Изи победил. Я думаю, лучше мы вот с этим вот сразимся, с крокодилой. Думаю, крокодилу там и втащим с тобой. Да. Хотя я не уверен, крокодила тоже может быть оказаться вообще непростым. Ой, отлично. Подожди, тебя убило. Я только призвал его, и на что-то сразу убило. Так, и где этот крокодила? Его нету. А, он, наверное, невидимый. Невидимая крокодила, нужно хотя бы разочек втащить его, что ли. Я вообще не вижу. Так, я его вижу, крокодила вот тут прыгает. А, это я прыгаю. Да вот, крокодила тут носится. У него 750 хп. Я уже вижу его, вижу, 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 вижу. Блин, блин, вот блин. Ты крокодил зеленый. Блин, он так много хп снимает. Да, он я, наверное, снимает. Сейчас сожру радугу или не смогу. Я хочу срать радугу, но я не голодный. Если бы я мог съесть радугу, я бы его втащил. Давай, так, давай, блин, давай, давай, он давай. Так жестко подкидывает. Просто жесть, я убиваюсь. Я убиваюсь от падения, а не от того, что он я такой жесткий. Я хотела сзади подойти, не вышло. Нам реально нужна какая-то лаки-броня. Ёпки. Это самая жесткая модификация, я даже не знаю, сможем ли мы его втащить силами наших лаки-блоков. Буду бы приземлиться. Блин, может быть, зачаровать нашу броню? Да, у нас нету, хотя уровня есть. Но можно попытаться. Да. Блин, короче, следи ты раз за ним. Да-да-да, я слежу. Я вместо нашего спауна поставлю возможность взять и что-нибудь зачаровать себе. Так, вот так вот. Неожиданность такая. Что? Что-то произошло? Да он меня оттолкнул. У меня почти всю броню он сломал, вообще морда такая. Так, это аква, очень интересное зачарование, очень интересное, бесполезное так, зачарование. Парень, ты где защита. Делся? Так, что у нас здесь? И здесь у меня, так, защита от падения, уже хоть что-то. Так, и у меня не осталось ни одного уровня на то, чтобы зачаровать себе меч. Дядя, ты где? Шикар. И он там какую-то дичь творит. Там, смотри, я пока не вижу вот эти вот летают. Но же где-то здесь был, вон он. Внизу? Да, 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 вот он внизу. Так, я сорву суперзолотое яблоко. Это не поможет. Крокодила какая. Воду, воду, воду. Отличная воду. Приземляйся в воду. Вот реально в воде с ним сражаться может быть еще и возможно. А так это крокодила закидывает. Это тень или что это? Это блин, я. Ребята, гляньте, какой жесткий крокодил.
крокодил даже. А так представь, в реальности сожрал бы. Слушай, мы без лука с ним ничего не сделаем. Вообще ничего. Там на днище валяется куча всяких вещей непонятных. Да что ты такой? Я вообще не вижу, где он. Да вот он в воде у меня плавает, он прямо перед моим носом. Блин, он укусил меня. Он просто укусил меня за лицо, ты видел? Да. Вообще жесть какая. Так, надо бы спаунпоинт где-то поближе сделать. Да, давай, я сейчас к тебе подойду, вот я уже почти. Вот я уже где-то вот здесь, вот так подходи ко мне ближе. Ты готов, Кошка? Да, готов. Я сделал. Блин. Слушай, а может спаун в воде? Надо что-то сделать, надо что-то сделать. Я возьму, открою Пандора бокс. Может быть, нам это как-то поможет. Может быть, из Пандора бокса что-то вылезет полезное. Так, у меня еще из Пандорики. Так, я свой пока открыл. Из него зачарованный топор. На что? Так, сила. Ну, возможно, это как раз против боссов. И он, может быть, поможет. Давай тогда свой открой. Посмотрим, что будет в твоем Пандора боксике. Давай куда-то отойдем вот сюда вот. Так, где-то здесь можешь открыть. Все, там? Я уже открываю, вот тут вот. Давай, давай, да, давай. Нам нужно какое-то мега оружие, либо мега лук. Да, ну нафиг, серьезно. Йо, нам это никак не поможет, вообще, жесть. Это что, все? Я еще штырить здесь начал. Может, еще по одному? Да погоди, оно еще продолжает падать с неба. Это непонятная дичь, она как-то странно себя ведет. Ой, а что это такое синее такое? Не знаю, что-то страшное происходит. А где крокодил оделся? Он, наверное, внизу. Он нырнул на днище, что ли? Ну, по идее, да, он внизу должен быть. Так, крокодила, ты где? Блин, жесть. И вы видишь вообще? Нет. Крокодила, меня что-то фигарит, но кажется, это блоки динамита. Крокодила. Так, пока я его кроки, не вижу. Кроки, кроки. Кроки, кроки. Крокодюнчик. Ты его видишь? Мы его не найдем. Ой, он нас испугался, все. Да ничего он не испугался. Ладно, сейчас тогда я призову кого-то другого, что ли. Мне тут боги подогнали кое-что интересное. У меня есть довольно-таки неплохой лучочек и меч на 175 урона. Что ты хочешь больше, лук или меч, Кошка, как ты думаешь? Ну, как скажешь, наверное, лук или меч. Ну, на тебе, короче, я не знаю, будет ли он вообще работать. Это лук маленьких поняшечек. Малина, я, наверное, сожру радугу, находясь в воде, чтобы не гореть. Так, жрем радугу. Я тоже могу съесть. Я жру себе супер золотое яблоко. И сейчас я призову этого морду, и, возможно, он нам с тобой наваляет. Я быстренько сделаю спаунпоинт где-нибудь здесь. Так, а ну-ка, вот так вот спаунпоинтик. Я призываю его. Так, я его призвал. Ух ты ж уже! Да, он сразу... Смотри, я его фигарю. Так, я его вижу, я его вижу. Надо взять себе поближе мой меч. Ого! Так, у тебя получается его фигарить? Да! Да ты его из лука? Да, представляешь? Стоп, да я хотел разочек стукнуть его. На, держи! Фигаси, сейчас я тебе дам лук, ты попытаешься я тоже. Я его тащу. Так, ну-ка, на! Так, он мне зафигарил. У тебя лук есть? У меня лук нету. Так, а где кошка? Так, твоя кошки. Он мое место воскрешения вот! Сломал. Боже, так, он умер, что ли? Ты что, зафигарил его, кошка? Да, он умер. Забубунькала его? Блин, я хотел его поломать. Блин, я только хотел. Так, я тогда требую еще одного. Давай. Я требую еще одного. Я еще троих вот таких вот ребяточек взял. Посмотрим, что мы сможем с ними сделать. Так, не трогай их своим мега офигенским луком. Я хочу его забороть. Да, конечно же. Он меня со старту взял и подкинул. Ты где? Ты нормально появилась? Да. Я вот, еще я живая. Я появляюсь где-то в попенции вообще. Одно так, сердце. Ну-ка, ТП к мини-кошке. Так, кошка, я тебя вижу. А он где? Так, я его вижу, так я понял. Мне так. Нужно поменять себе спаунпоинт. Я себе где-нибудь вот здесь его сделаю, и потому что можно? Я появляюсь вечно в домике. Так, хорошо, держи ты тоже. Отлично. Я пошел к нему. У меня меч Rainbow Dash. Ну, блинчик, ну, пацан, ну, да, я к тебе подойду по-людски. Ну, чё ты, давай поборемся вообще. Подкидывает он меня. Да, вот он, да, вот да, он, да, вот да. Он. Я даже подойти к нему не могу. Не, его реально забарывать, луком кажется, только из лука нужно. Да. Он, кажется, убежал куда-то или летел? Да не-не-не, вот он, возле дерева. Возле дерева? Да, а для меня он невидимый. А у меня видимый. Вот он, да-да-да, ты правильно его фигаришь. Я вообще его не вижу. Вот он был возле дерева. Крокодила для меня невидимая. Он абсолютно невидимый. Так, ты его видишь, но фигани в него из лука. Может, он появится тогда? Вот о, он. Это твой лук такой? Да, давай ты там попробуешь. Я его все равно не вижу, мне это никак не поможет. Он, кажется, подошел к нам поближе, я его даже не вижу. Вот он. Так, парень, я не вижу его. Он прям какой-то ниндзя, вот теперь я его вижу. Так, ну как... Он укусил меня прямо за лицо. Опять за лицо укусил. Нет, но я все еще вижу, ты видела? Я ему втащил вообще. Да, видел, видел. По лицу затащил ему. Так, а ну-ка, парнишка. Давай, сражайся. Давай. Слушай, ну-ка, давай-ка ты ему немножко из лука понастреливаешь, так, чтобы у него мало осталось. Я к нему подойду и добью его как ниндзя. Вот, давай. Косок там у него еще. Блин, опять кинулся на меня. Да что ж ты за такая морда? Вот, как раз так, у него 300, вот, бей есть. Его. Вот, блин, все, не трогай его, хочу его затащить. Не трогай. Какой-то монстр прилетел. Блин, что за фигня? Нет, это не происходит? Что с этим модом не так? Стой.
Он слишком злой, этот мод просто он безумный. Он сразу убивает. Что за хрень происходит? Кто эти люди? Чем это сложно? Кошка, ты посмотри, что происходит с Майнкрафтом? Он своего друга призвал. Я его не баю, они слишком злые. Фигарик из лука. Я фигарю. Блин, без лука делать здесь просто нечего. Слушай, это стопудово. Стопудово, я тебе говорю, я вот со своим мечом на 175 урона себя чувствую настолько некомфортно, я к ней даже подойти не могу. Да, одни жесть. С большого расстояния бегут и кусают меня. Так, как двоих призову. Так, да, Дельрон, ну, так, горячо. Я призываю второго, у тебя есть крутой лук, что тебе? Смотри. Так вот, я одного немножко надамаживаю, да, и сдохся сразу же. У меня броня еще на месте, сломали. Так, я ему втащил слегка. Не трогай меня, я ему еще слегка втащил. Давай, втащи. Я ему еще. Втащи. У него осталось 63 хп. Кошка, дофигаривай, 47. Отлично, добила его. И вот этого еще левее, да, давай. По деревам, по деревам. Так, нужно атаку. Давай, 200 осталось. Йо, так, дай добить. Давай, бей. Да, Дельрон, отлично, добил. Офигеть. Ёжики, лук просто рулит. Нападало. С ума сойти. Так, у меня осталось 2 Пандора бокса. Хочу все-таки открыть их. Так, а у меня тоже 2 Дельрона. Ну хорошо, вначале открываю я свой, потом ты свой. Так, это плохой, бежим, все, сваливаем. Забыли о том, что мы дружили с тем плохим блоком Пандора боксом. Просто бежим. Быстрее. Сейчас эта вода как нападет на нас, когда начнет кусать нас с тобой. Будет какая-то жуть. Кстати, я уже мини-кошка. Ты мини-кошка? Серьезно? Да, серьезно. Стала мини-кошкой? Да, вот я превратилась. А я тоже мини-кошка? Была мужчинка. Нет, ты Дельрон. Вот, шикардос просто. Была давай, шикардос. Открывай тогда свой пандора-боксик. Давай. Я сожру волшебное золотое яблоко. О, уже опять Дельрон. Так, надеюсь. Ты опять Дельрон? Да, магия. Кошка мутирует. Да, получается, сейчас тоже снимает, и у нее какие-то страшные вещи происходят. Так, это какой-то мусор нападал. Ладно, открою свой. Мне я хочу конфетный пьем. Вот чтобы не соврать, каждый раз, когда я открываю Пандора боксы, я мечтаю увидеть конфетный пьем. А приходят какие-то свиньи. Кто вас звал? Где конфетный биом? Отвечай мне, я тебя буду бить седлом вообще. Или броней для лошадей. Ладно, забирай свою броню. Открывай тогда свой, думаю, что уже больше ничего интересного не произойдет. Давай вот тут вот, чтобы... Я тебе борщик еще принес, немножко гнилой плоти, так, немножечко песочек. Блин! Собака кошки? И все какие-то звери сзади тебя. Сзади меня? Оранжевые, большие. Что такое? Бараны какие-то. У них из глаз что-то торчит. Вы кто такие? Не слушай, знаю я даже. К ним не пойду, они страшные. А я хочу пойти. Я не пойду. Стой, кошка, они могут сделать какую-то страшную вещь. О! Ты только что в себя втащила одного. Блин, такая. Потом когда-нибудь мы с ними еще пообщаемся. Ладно, да. В общем, спасибо, что вы смотрели. Для вас играли и комментировали Дельрон и мини-кошка. Вот такие вот у нас были сегодня опасные битвы с ненормальными боссами. Если вам понравилась эта модификация, и вы хотите, чтобы мы сразились с этим огромным динозавром когда-нибудь, если мы отважимся и осмелимся, ставьте пальчик вверх, и мы с ним сразимся. Всем до скорых встреч. Большое тебе спасибо, и всем пока-пока. Мяу, пока.